Здравствуйте, уважаемые зрители Мегаиндекс ТВ. Рад приветствовать вас на третьей части передачи «Практика SEO», где я, Севальный Дмитрий, компания PSI Plus, и Артур Латыпов, компания SEO Intellect. Отвечаем на ваши вопросы, которые будут связаны в основном с поисковыми операторами и 404-й ошибкой и ее отработкой. Начнем по порядочку. Значит, Фартовый Александр спрашивает, есть ли какой-то оператор, чтобы посмотреть, на каком месте по определенному ключевому запросу находится сайт. Ну, то есть, такой типа оператор, там, позиция за такого-то сайта. Position, двоеточие, адрес сайта, запрос отрабатывает, показывает отличную позицию сайта. Не будем сейчас, про все узнают, я думаю, что нет, наверное, смысла как бы указывать. Сейчас соврал, да, когда врут, говорят, что обычно что-то трогают, уши, нос там. Ну, да, ну... Нет такого оператора, на самом деле. Сейчас правду говорю, нет такого. Оператор, нужно делать какой-то простейший скрипт, обращение к Яндекс.XML. Проще всего делать через XML, там есть нумерация, группировка, прям... Очень все просто, к сожалению, запрос такого нет. Почему? Position, двоеточие. Почему? Потому что, значит, в обычной выдаче в XML вообще позиции могут несколько отличаться. Основные причины отличия – это связаны с регионом, да, там, который у вас там, ну, когда вы задаете запрос такой, вы должны конкретизировать регион, еще что-то, то есть в XML это есть. А во-вторых, персонализация. Длительная персонализация, там, короткая персонализация. Ну, сейчас достаточно похожа выдача, поэтому в XML и обычная. Да, да, в XML проще всего это делать. Что делать с адресами типа site.ru/? Абракадабра? Спрашивает Игорь. Вот как раз об этом мы и говорили, что для всех сайтов, практически для всех сайтов, это отрабатывает. С чем связано, что оставляют, не закрывают это в ошибку, чтобы не заморачиваться... Можно при желании закрыть это. Да, можно закрыть. Просто почему оставляют? Потому что очень часто ставят метки для контекстной или медийной рекламы, именно так, и не знают, как правильно закрыть. Смотрите, вот, я так отвечу на этот вопрос. Ну, формально с этим... Как? Бороться для каждого сайта, если у вас один сайт, то можно заморочиться. Для каждого сайта сложно, там довольно большие и сложные правила в аксессе, в которые перечисляются все гид-параметры, которые разрешены, которые запрещены, и это можно сделать. Но в большинстве случаев достаточно просто мониторить непосредственно выдачу по определенным запросам, да, и если у вас такие страницы попадают, ну, допустим, и на URL какой-нибудь, да, там знак, ну, там, отработки гид-параметры, которые вам не нужны, или там проверять уникальность контента внутри сайта, их закрывать, с них ставить редиректы, дописывать там robots.txt и так далее. Как правило, вот этого достаточно. Но мы вот прям специально под каждый сайт не делаем, ну, не закрываем под сайты клиентов тоже, там, если мы находим, как бы закрываем. Но я говорю еще раз, то, что там давно еще, я помню, это был небольшой холивар, несколько, там, года 3-4, там назад, может быть, 5, и пришли к выводу, что вот ставят, не закрывают, там первая причина из-за того, что сложно, а вторая причина из-за того, что такие метки используются при работе с контекстной рекламой, медийной рекламой и так далее. Ну, эти метки можно точно обрабатывать при желании, да, как хочешь. Да. Если вы знаете, какие. Честер 203 спрашивает, что делать, если, ну, точнее, как правильно он сделал или нет, создана 404-я ошибка, и при запросе самой этой страницы она говорит 200 окей. Как бы корректно это или нет. Но при этом другие страницы отрабатывают как 404. Понял вопрос? Нет? Да, но вообще 404-я ошибка на сайте создана для того, чтобы при неправильном вводе URL или переходе по битой ссылке показывать эту страницу с ошибкой, с кодом ответа. Ну, если прямо ее непосредственно запросить, эту страницу. Этой страницы, как она, получается, есть на сайте, то только при определенных условиях. Просто так она, вот мое мнение, фигурировать не должна. Не, вопрос в другом. Ну ладно, я отвечу. Нет, ну я понял, что если как бы поиск там, ну или там, ну в меню, наша 404-я ошибка, да, там и ссылка на нее. Как бы она там, да, 200. Она должна давать 404, то есть это связано с тем, что у нее в хеде просто прописано, что она непосредственно сама существует, но дает 404, должна 404 отдавать. Мне кажется, ее вообще просто так быть, ну, не должно. Это страница. Не, ну страница формально существует же. Ты адрес к ней даже указываешь в аксессе. Нет, ну это да, но она просто так, там, не знаю, быть ссылкой на нее, что у нас есть на сайте такая отличная 404-я. Страница 404. Ну, понятно, да. Как бы это достаточно странно. Значит, вопрос такой.
Мари Олейникова спрашивает, есть ли оператор для Google, который показывает, находится страница в основном индексе или в дополнительном? Такой вот вопрос. Так мы же разбирали некий пример. Ну там да, смотрите. Сейчас верну имя. Мари, смотрите, Мари. Есть оператор, который позволяет найти все страницы в основном индексе. Дальше вы можете, да, по этому индексу осуществлять поиск. Вот слэш end, да? Там просто сайт, двоеточие, слэш end. Вот. Четвертый пункт. Слэш end, да, у вас выдаст те страницы. И вы можете по этому индексу уже осуществлять, то есть используя дополнительные какие-то операторы совместно, да, там осуществлять поиск по этому индексу, по основному. Вот так, наверное. Как найти все поддомены, спрашивает USR Сергей. Это, я так понимаю, к моему уточнению, что есть оператор, который позволяет все в обратном порядке. Да, есть такой оператор, rhost называется. Он позволяет в обратном порядке указать как бы адрес сайта. То есть, приведу пример, rhost, двоеточие, без пробела, ru.pixel+.звездочка. Вот при таком операторе вы находите все страницы, которые URL, как бы, которых соответствует вот такому порядку. При этом вы не уточняете, какой именно хост. Далее вам выводится какой-то список страниц, и часть этих страниц принадлежит к основному хосту, то есть www.pixelplus.ru. С помощью следующего поискового оператора вы исключаете этот хост, то есть делаете исключение, пробел, ну, двойная тильда, пробел хост, двоеточие, www.pixelplus.ru, и вам выводятся уже страницы, которые находятся на этом сайте, да, на других поддоменах. В частности, с Pixel Plus там будет поддомен mail, скорее всего, какие-то эти страницы, вероятно, и поддомен промо. У нас есть такой поддомен для клиентов. Возможно, какие-то еще. Ну и последовательно их исключая, вы можете найти все поддомены. Согласен. Ну, он просто меня хотел подколоть, я так чую там. Да, хотел. Там типа вопрос такой, а как? Хотел, да. Я бы показал, вот я сделал принтскрин, но перекинуть на этот рабочий компьютер не успел. Вопрос такой, значит, от Униченко Дмитрия. Есть основная страница, допустим, technic.ua/apple. Есть дополнительная страница technic.ua/apple/ в конце. Что делать? 404 или 301 редирект? 301 редиректом подклеить. Если они есть, посмотреть в индексе, если страница находится и со слэшем на конце, и без, сделать 301 редирект. Выбрать, каких страниц больше, со слэшем или без. Ну, это же мы будем делать склейку для всех страниц со слэшем на конце и без. И сделать 301 редирект файл htaccess. Да. Правильно все сделать все-таки 301. Почему еще? Потому что на самом деле, естественные ссылки есть. Их ставить не только оптимизатор, иногда ссылки. Ну, это как бы прикольно довольно осознавать. Но иногда бывают естественные ссылки, согласен? И они бывают с ошибками. Бывают без слэшей, там, еще что-то. Ну, лучше. Иногда да. Да. Иногда бывает такое. Лучше. Второй вопрос от нашего постоянного слушателя, также Вниченко Дмитрия. Значит, есть интернет-магазин по продаже сбитых НЛО. Чего еще раз? Поздравляю, да? Сбитых НЛО. Так. Есть 5 страниц про 5 моделей. Ну, видимо, 4 страницы имелось в виду. НЛО 1, НЛО 2, НЛО 3, НЛО 4. У каждой из этих страниц есть некий PageRank, и появляется некая новая модель сбитого НЛО, НЛО 5. И спрашивается, имеет ли смысл все остальные страницы задействовать как-то, да, эти страницы, ну, 301 директ, допустим, чтобы продвинуть быстрее пятую. Да, не имеет смысла. Имеет смысл включить новую страницу в перелинковку, указать, может быть, если это хочется быстрее, чтобы было сделано, указать, поставить ссылку на нее с главной страницы, может быть, сделать пару твитов, чтобы она быстрее зашла в индекс. Вот и все. То есть делать там специально 301 редирект, подклеивать ее, смысла нет. Единственное, что есть примеры, когда в конкурентной тематике нужно создать новую страницу. И там возраст непосредственно страницы самой, он имеет вес как бы для продвижения, играет роль для продвижения. Вот там, наверное, имеет смысл какую-то старую страницу подклеить к
новый созданный. Ну да. Я вот здесь скорее, да, такой точки зрения именно придерживаюсь. То есть, если у вас остальные модели перестали существовать, и вы можете ими, так скажем, пожертвовать, да, в пользу новой набирающей конкурентности, ну, я так понимаю, под НЛО подразумевается iPhone 5. iPhone 5, скорее всего, да. Да, тогда имеет смысл. Вам, а, передадутся возрастные характеристики страницы, б, передадутся ссылочные характеристики. Ну, в Гугле не в полном объеме, да, в Яндексе некоторые ссылки по 301-му редиректу не всегда отрабатывают корректно. Но в целом анкор-лист подклеится и возраст подклеится. Это актуальный, на самом деле, фактор ранжирования возраста страницы. Мы рекомендуем так делать. Но еще более грамотно, в принципе, прислушаться к совету Гугла, это, на удивление, не спамерский совет, а Гугла, сделать страницу просто НЛО, да, и на ней анонсировать некую актуальную на текущий момент модель. То есть, если вы продаете iPhone, то сделайте просто страницу iPhone, допустим, текущая актуальная модель, там, 3, третья модель, вы на ней продаете третью модель. Как только у вас выходит четвертая, вы ту предыдущую спихиваете контент на страницу iPhone/3, предположим, и выкатываете на основную страницу iPhone четвертый. А потом она набирает... Нет, это так советует Google. Нет, Google советует, нет. Я в плане именно к тематике айфонов. Это тоже актуально. Это актуально. Смотри, у нас появляется 5S iPhone, но при этом iPhone 5 просто, ну, тоже достаточно актуален. Его набирают, ну, покупают. Можно представить две. И при этом iPhone 4S до сих пор люди набирают, спрашивают и покупают. Но она переехала на другую страницу. Если она переезжает, появляется же новая страница. Это с точки зрения рекомендации Гугла. Я бы сделал по-другому, конечно. Я бы сделал сразу страниц много, на них бы сразу запилил обзоры, чтобы возраст пошел, да, ссылки пошли. Ну и, естественно, при создании новой конкурентной модели мы делаем редирект. Да, мы делаем. Возможно ли с помощью операторов сравнить внутреннюю оптимизацию с конкурентами по определенному запросу? Именно внутреннюю, да, вопрос, я так понимаю. Без учета ссылок и без учета поведенческих факторов? Нет. Возможности такой нету, потому что большое количество факторов рассчитывается именно... Ну, то есть, даже если вы бы это сделали, то на самом деле это не факт, что дало бы большую практическую ценность. Почему? Потому что есть факторы, которые совместно учитывают и текстовые составляющие, и анкорные составляющие. Мне кажется, здесь глубже вопрос. Имеется в виду, что у вас там сначала там сравнить только внутреннюю, угу, потом, как было бы интересно, сравнить только внешнюю, а потом еще как вот PF у двух сайтов сходится там. То есть, вот если можно было вот так вот разделить, там, сравнивать у двух сайтов только внутреннюю оптимизацию, потом только внешнюю, а потом еще там и PF, было бы вообще прям отлично, мне кажется. Да, раньше можно было обнулить ряд кликовых поведенческих метрик с помощью изменения вида запроса несколько, да-да, там добавления точки в конце. Там, к примеру, обнулялись ряд кликовых метрик и снимались текстовые фильтры на переспам. Сейчас это не отрабатывает, но в целом вы можете хотя бы обнулять ряд кликовых метрик, да, там, несколько изменяя запрос, при этом текстовые факторы будут не сильно меняться, но фильтры могут сниматься и текстовые факторы, поведенческие метрики и ряд обнуляться. Но при этом невозможно обработать ранжирование страницы, да, отвечая на второй вопрос Алекса, а вообще полностью отбросить поведенческие метрики сайта, потому что когда у вас ранжируется сайт, у него есть и хостовые поведенческие метрики. Что это значит? Что у него есть некий общая его посещаемость, ядро аудитории, круг запросов, и так далее. Да. И даже обнулив кликовые поведенческие метрики и запросозависимые какие-то, да, вы не сможете обнулить их. У меня такая позиция. Я думаю, что это соответствует реальности. Вопрос от фармера 45. Артур, по коучингу обязательно с первого занятия приходить или можно с любого прийти? В принципе, можно прийти с любого, но, конечно, вы много потеряли, потому что коучинг уже процессе, но записаться можно с любого, получить предыдущие дни коучинга на видео. Я, насколько понимаю, можно наверстать, то есть посмотрев видосы и прийти на... Ну, тем, кто пришел там с какого-то занятия, им дается доступ к предыдущим дням на видео, и они могут, да, досмотреть. Но, конечно, лучше приходить с самого начала. Ну, вообще, в идеале прийти с самого начала и получать там задания, материалы, как бы, и информацию. Потому что ряд материалов раздается только
в определенные дни. Там, связано это там с одной тепленькой историей. Тепленькая история. Сленг, Артур, я никогда не понимал. Это какой-то... Это, в общем, из твоей презентации. А, тепленькая, это вот это? Это твой сленг. Окей. Хороший вопрос от Михаила Жуковец, наверное, да, извиняюсь, если Жуковец, может быть, про неранжирующее И. Никто, короче, не понимает, что это за оператор. Объяснишь или мне объяснить? Про неранжирующее И? Да. Ну, объясни про неранжирующее И. Я тоже не понимаю, что это за оператор. Ну, видите, клево как. Артур тоже не понимает. Короче, есть такой оператор неранжирующее И в Яндексе. Он выглядит как двойное знак меньше. Да. То есть ставите пробел, неранжирующее И, пробел, и дальше дописываете какое-то слово. Что это значит? Представьте, что вы ввели основной запрос, допустим, мебель. Вам выстроились результаты в том порядке, в котором они, ну, там, по значению релевантности, да, их, ну, понятно, отбрасывают там всякие спектры и так далее, они там впиливаются не по значению релевантности, но в целом по значению релевантности. Далее вы хотите найти документы, в которых встречается какое-то еще слово. Но если вы просто его допишете, то позиция документов очень сильно изменится. То есть изменится, ну, целый ряд факторов, да, и понятное дело, что вы там потеряете, возможно, какую-то ценную информацию от ранжирования. Вы можете добавить неранжирующее И, то есть сузить поиск под только тем документам, в которых встречается, допустим, какое-то слово дополнительное. БУ, предположим. То есть вы получите ранжирование по слову «мебель», но оттуда выкинутся все документы. Коллекция документов будет только по Да, только словам. Те, у которых есть слово «БУ». Либо, предположим, вы можете неранжирующее или использовать эти, на самом деле, совместно с другими операторами. Но мы кое-что там не рассмотрели. Есть... Чуть-чуть договорю. Вот неранжирующее И очень иногда прикольно бывает использовать с дополнительными операторами. То есть вы делаете... офисная мебель, а дальше сужаете коллекцию документов, предположим, по каким-то паттернам в урле, по слову в урле, используя дополнительные, по дате, к примеру, и так далее. То есть она не влияет, ну, дата и сама по себе не влияет на ранжирование, да, но все равно вы сужаете область поиска, таким образом можете сравнивать какие-то, опять же, сайты, которые не должно сказываться на ранжировании. А вот в этом смысл этого поискового оператора. Да, мы там ряд запросов не рассмотрели, точнее, ряд применения запросов. Вы можете посмотреть справку Яндекса непосредственно, как применять операторы. Вот, и я не помню, где-то выложено ли в свободном доступе, как мы для некоторых сайтов делали анализ. Правда, сейчас это не так корректно работает, как раз там, года два назад. Мы делали анализ с помощью операторов в Яндексе. Проверяли прямое вхождение в текст, в тайтл, через слово, в предложение, через предложение, сравнивая выдачу и релевантность как бы по достаточно конкурентным запросам. И потом, делая выводы, изменяя документ, и другие страницы, и потом получали достаточно как бы хорошие результаты. Там, нам по некоторым сайтам было задание, там было обязательно топ-5, то есть топ-10 клиента не устраивал, вот, и чтобы зайти с 8 на 4 место, там, на 3, было вот какие-то вот необходимые ряд дополнительных действий. В принципе, частично сейчас это работает, я думаю, что немножко поэкспериментировав, можно... А, у нас, кстати, в блоге есть эта статья. Сейчас блог в нерабочем состоянии, правда. Вот, но если порыться и поискать, я думаю, можно найти. Вот, и почитать, как это работало, по крайней мере, раньше, и что сейчас. Посмотреть нашу программу, да, понять, как это работает сейчас. Окей. Будем считать, что те, кто совсем не понимали ничего в поисковых операторах, хоть что-то поняли. Еще раз подчеркну, что эти операторы, если вы хотите в них разобраться и хотите их использовать на практике, нужно выучить наизусть. И только тогда, когда у вас ставится какая-то задача, это автоматически всплывает как бы в вашем сознании, в вашей голове, то, что, конечно, есть же такой оператор, можно это быстро проверить. Ну и можно какие-то дополнительные исследования делать, к примеру, то, что, о чем там дополнительно говорил, там, исследовать, какое количество страниц, слов там в тайтл индексируется, еще что-то и так далее. На чем, я думаю, окончим сегодняшнюю передачу. Спасибо тебе, Артур.
За то, что, как всегда, был с нами, со зрителем. Как всегда, молчал. Да, сегодня ты был не так активен. Не твоя тема. Но подключишься как-нибудь. Научишься. Научишься, посмотри, да. все программы наши. Спасибо вам большое, зрители, за вопросы, за внимание. Следите за анонсами следующих передач. Я думаю, что далее будут тоже интересные темы. Предложение, о чем можно будет рассказать. Да, если есть какие-то интересные идеи, например, вот сегодняшняя передача была полностью сформирована из идей нескольких наших слушателей, которые подсказали, как оказалось, как мне кажется, довольно правильные темы. Интересную тему, да. Все, всем до свидания. Спасибо, до свидания.